Нас учат помнить не человека, но идею. Ибо человек слаб. Его могут поймать, его могут убить и предать забвению. Но идея и 400 лет спустя способны изменить мир. Я из личного опыта знаю, что такое сила идеи. Я видела, как во имя идеи совершались убийства, как люди шли на смерть. Но идею нельзя поцеловать. К ней нельзя прикоснуться, обнять ее. Идея не может истечь кровью. Она не чувствует боли. Идея не умеет любить. Так что не идея причина моей скорби, а человек. Жизнь коротка. И не каждому в ней дано быть счастливым, богатым или красивым. А смерть, братишка, это единственное, что ожидает каждого.
нами верьте, смерть нами верьте, смерть нами верьте, но смерти нет, но нету смерти, смерть нами верьте, смерть нами верьте. Смерть нами верьте, но смерти нет, но нету смерти. Можно стараться не думать об этом, но это ничего не изменит. Так будет. Для сына и матери, для друга и брата, для жены и мужа. Последний поцелуй. Последний поцелуй здесь, потому что это только начало, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.